Возле третьего детского сада на Лозо с утра устроили настоящую засаду на родителей маленьких горожан. Два экипажа проверяли абсолютно все авто в обоих направлениях. Первая нарушительница – женщина в возрасте, везла внучку. Но о безопасности ребенка не позаботилась, за что и поплатилась 3000 рублей. Скажите, пожалуйста, своего ребенка-то вам не жалко? Своего собственного ребенка вам не жалко вот так возить? А если, не дай бог, авария, не дай бог, затормозите? У следующего благовещенца на заднем сидении двое детей. Младший надежно пристегнут. Чего не скажешь о старшей дочери. Отец сразу все объяснил. Инспекторы слышат эту отговорку чаще всего. Отстегнулось, все были пристегнуты. За час работы возле третьего сада штрафы выписали 5 автовладельцам. Сколько человек схитрило и свернуло в проулки, завидев патрули, не подсчитать. От наказания рублем они ушли, а вот от ДТП и несчастных случаев по-прежнему не застрахованы. С начала года в авариях на дорогах Благовещенска получили травмы 40 маленьких пассажиров. В основном травмы составляют это ушибы. Вот. И один из последних случаев вот, произошел 16 числа. Перевозилась девочка 10-летняя без использования детского удерживающего устройства, просто пристегнута штатным ремнем безопасности. ДТП произошло на пересечении улиц Шимановского с Зайской. Вызвали скорую, там ребенок какие-то травмы получил. Справедливости ради стоит отметить, большинство родителей все-таки надежно пристегивают своих детей в автокресле. Всегда сзади он сидит, за кресле. Нельзя по-другому. Аварий очень много, страдают дети. Усиленные патрули будут дежурить у детских садов по утрам до 26 августа. Кристина Добровольская, Наталья Спицына, Михаил Величкин. Программа «Город».